Повышение статуса человека труда – инициатива крайне важная, считают пожарные Североказахстанской области. Командир отделения пожарной части номер 3 ДЧС региона Теныс Жаманбалин в числе группы североказахстанцев присутствовал на ежегодном послании Касым-Жомарта Токаева к народу. В прошлом году пожарный вместе с коллегой предотвратил взрыв на Петропавловской автомобильной газозаправочной станции. Тогда в результате возгорания емкости газовоза огнеборцам в считанные минуты удалось укротить 6-метровое пламя. А сам ТНС перекрыл задвижной кран и спас областной центр от непоправимых последствий. Представители опасных профессий нуждаются в поддержке, отметил специалист. То, что в будущем нас ждет поднятие экономики, улучшение жизни людей. Ну, в целом, то, что будет у нас все хорошо, можно не волноваться за будущее наше. Главное, что это простые рабочие люди, которые трудятся днем и ночью. Вот надо их как бы, состояние улучшивать, внимание больше на них уделять. Также военнослужащие, которые сейчас служат, на них обращать внимание. А вот предпринимателей Западного Казахстана в послании президента порадовало то, что глава государства уделил внимание развитию бизнеса. Предпринимателям важно грамотно распоряжаться выделяемыми средствами, считают в региональной палате предпринимателей. В нынешнем послании доминирующий акцент сделан на перестройку финансово-кредитной и фискальной политики. Следует признать, что на сегодняшний день действительно остро стоит вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса, о чем было отмечено в послании. Это мы видим по фонду «Даму», который в текущем году испытывал дефицит кредитных средств на субсидирование развития бизнеса.